Так, добрый вечер. Это видео специально для тех, кто не верит, что возможно подключить сцепление к игре. Сразу говорю, все это возможно, так как, вот, к примеру, это моя старая педалька сцепления, как раз сделанная по принципу замыкания контактов. Вот, если обратите внимание, здесь стоит возвратная пружина, здесь стоит пружина, на нее как бы прикреплен один провод, и здесь пластина, на ней другой провод. При нажатии происходит замыкание и срабатывает, подавая сигнал в игру. Вот такой вот вариант. Тоже может быть как идея, кому-то подойдет, понравится. Вот. Видим два контакта. Как я и говорил, на данный момент как бы у меня здесь системника нет. Все для этого подготовлено, да? Но системника нет. Поэтому протестировать я сейчас, к сожалению, не могу. Но потом будет отдельное видео, как подключить данную педаль сцепления. Чтобы вас не томить, скажу сразу, что данная кнопка берется, допустим, в моем случае с джойстика. Вот, и игра определяет данную кнопку как сцепление. Опять же, не каждая кнопка на джойстике. Я лично делал, вот, наверное, где сама крестовина. Вот вправо-влево, вверх-вниз. Вот именно отсюда берите провода, и у вас все получится. А как что устроено более подробно, в дальнейшем я покажу. Кстати, в этом варианте я сделал так, что вот, допустим, коробка передач. Эх, хотел сделать короткое видео, так, видимо, придется все расписывать, чтобы было более-менее понятно. Коробка передач. Вот, смотрите. Она сделана у меня джойстика. И про запас я уже пустил отсюда три провода. Почему три? Два из них идут как раз на сцепление. А третий можно сделать либо ручник, либо еще что-то, то есть запитать. Давайте снимем, посмотрим, что у нас тут на коробочке. Коробочки вот. Вот так вот. Все здесь у нас устроено. И данные провода, которые вы видели, они выходят как раз вот отсюда. То есть, где непосредственно находится сам крестик на джойстике. Вверх, вниз, влево, вправо. Вот. И педаль будет работать у вас в игре, это 100%. Ну, идею я вам подсказал. Можете попробовать. Если же вам лень, то ждите следующих видео, где более подробно распишу и покажу, откуда какие провода пустить. На этом все.